Партнер проекта – круизная компания «Кама Тревел». Путешествие по России на теплоходе «Козьма Минин» и Николай Васильевич Гоголь. Я считаю, что больше благоустроенных мест появилось. Например, когда я сюда переехала, парк Миндовского, который находится в Балатово, он был совсем не благоустроен. Сейчас там очень красиво, то есть место и для взрослых, и для детей. Всего понемножку. К сожалению, меньше стало цветов, но вот очень хорошо стали на дамбах вот эти зеленые островки прямо засаживаться, ухаживать. Вот это, мне кажется, очень красиво. Да, есть места, где улучшилось благоустройство, есть какие-то изюминки в архитектуре. Например, что мне очень нравится, какой последний объект. Я недавно увидела по Ленина 10, не знаю, кто застройщик, Ленина-Островска. Там неплохие дома посадили, архитектура неплохая. Набережная. На Перми первой. Ну, здесь тоже хорошо стало. Ну, много парков. Ну, очень много преобразилось. Но только мне бы хотелось, чтобы еще посадили побольше деревьев. Вырубают старые, а новые мало садят. Внешний город стал более красивый. Я здесь вырос, и вот у меня любимое место Тихий Компрос. Он, да, вот здесь все делали, преобразилось. Насколько качественно, я не знаю, но выглядит неплохо. Около драмтеатра. Красота, фонтан. В первую очередь, на мой взгляд, это набережная. Стало много зелени, много насаждений, много цветов. Чище стало. Везде практически на центральных улицах немножко хотелось, чтобы было чище на окраине города, во дворах.